Редакция World of Nan продолжает рассказывать об искусственном интеллекте в сельском хозяйстве. Сегодня мы вам поведаем, как нашли умным технологиям применение в Казахстане. Акционерное общество «Казагрофинанс» решило внедрить искусственный интеллект в систему онлайн-мониторинга предметов лизинга и залогового имущества. А все потому, что стандартный мониторинг требует значительных человеческих и временных ресурсов. Для этого инженеру-механику необходимо выехать к месту нахождения предмета лизинга, зафиксировать его на фото и видео, а затем составить акт осмотра и загрузить в учетную систему. Такой процесс имеет риски и затраты, а искусственный интеллект все эти риски нивелирует. Как же это работает? Все очень просто. Клиент делает серию фотографий, затем искусственный интеллект анализирует их и направляет ответ, в котором компания фиксирует неисправности предметов лизинга или залогового имущества. Так Казагрофинанс минимизировал человеческий фактор и сократил сроки инвентаризации с 3 месяцев до 2 недель. То есть при помощи искусственного интеллекта компания значительно повысила свою эффективность и сократила имеющиеся риски. На этом у нас все. Всем пока!